По предварительным данным, 15 февраля 2024 года, в 13 часов 45 минут, на втором километре плюс 630 метров автодороги Приморское полукольцо, подъезд к городу Пионерский, водитель 49 года рождения, управляя автомобилем марки Citroёn, двигаясь в направлении города Пионерский, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с движущимся навстречу автомобилем марки Volkswagen Polo под управлением водителя 1993 года рождения. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля марки Citroёn скончался до приезда скорой медицинской помощи. Водитель автомобиля марки Volkswagen и пассажир автомобиля марки Citroёn доставлены в больницу скорой медицинской помощи города Калининграда. На месте дорожно-транспортного происшествия в данный момент проводится проверка.